Сегодня, накануне Дня Победы, мы провели перезахоронение 9 участников Великой Отечественной войны. Захоронение провели возле памятника погибшим шахтерам на мемориале 412-й батареи. Двое из найденных воинов из Григорьевского десанта, один ополченец, остальные моряки. 412-я батарея сыграла огромную роль в героической обороне нашего города. Тысячи солдат полегли в боях за наш город. Многие из них до сих пор не преданы земле и остаются безымянными. К счастью, нам удалось установить имя одного из героев. Это харьковчанин Иван Прокофьевич Горелов, 1912 года рождения, который погиб в августе 1941 года. Сегодня прах героя был предан земле со всеми воинскими и христианскими почестями. Всего в рамках проекта «Вахта памяти», которым мы занимаемся с 2009 года, найдены и перезахоронены останки более 500 бойцов. Из них 159 с учетом сегодняшних перезахоронений возле памятника погибшим шахтерам. Вечная память героям Великой Отечественной войны.